Ежегодно в День семьи, любви и верности отдел ЗАГС, вне зависимости от дня недели, идет навстречу брачующимся. Плотный график. Пары регистрируются каждые 20 минут, а двери отдела открыты до 8 часов вечера. На Святой Муромской земле в этот день желали расписаться влюбленные пары из разных уголков нашей необъятной страны. Те, кто регистрируется 8 июля, конечно, верят, что их брак будет долгим, счастливым, прочным, таким, как у благоверных святых Петра и Феврония. Я думаю, что так и будет. Я надеюсь, что те пары, которые сегодня вступят в брак, они принесут через всю свою жизнь самые лучшие семейные традиции и будут счастливы вместе долго. Сегодня подали заявки 30 пар, только 13 муромские, а остальные – Рязань, Москва, Республика Мариэл, Республика Удмуртия, естественно, Владимирскую область, Нижегородскую область, Краснодарский край и другие. Символично, что на протяжении всего дня возлюбленных добрым словом и мудрым советом встречали благоверные Петр и Феврония. К счастью, в этом году ковидные ограничения обошли стороной, и торжественный зал наполнился счастливыми гостями. Первая пара, заключившая брак в этом году 8 июля в Муроме, приехала из города-героя Керчь. Юлия и Олег Мамедовы прошли вместе через огонь и воду. Спустя годы с большим опытом за плечами решили узаконить свои отношения. Познакомились мы очень давно. Ну, брак решили сейчас зарегистрировать. Решили зарегистрировать сейчас брак, потому что внуки задали вопрос, а почему у вас с бабушкой фамилии разные? Чтобы в дальнейшем не было вопросов, решили заключить брак. Чтобы не дразнили нас сожителями. Этот день символизирует семью, любовь и верность. Именно в этот день, поэтому мы и решили, что 8 июля будем заключать брак. И память останется, и будет чем внукам сказать, что вот насколько мы стремились к этому, что заключаем день именно брак в этот день. Пары верят, если заключить брак 8 июля, жизнь будет освящена любовью Петра и Февронии. А Муромская земля этому поспособствует. Встретились, полюбили друг друга. И больше не можем быть друг без друга. Решили создать семью. И, наверное, лучше места не придумать, чтобы создать семью, как Муром. И именно день Петра и Февронии. Предложение я сделал 13 лет назад. И вот 13 лет мы подбирали так, чтобы именно попасть на 8 июля, на день семьи, любви и верности. Ну и чтобы, соответственно, это была еще и суббота. Ну вот, пришлось 13 лет готовиться к свадьбе. Ну, свадьбу мы изначально хотели делать, мы сами с Москвы приехали, делать только в Муроме и именно в этот день. Анастасии и Рустаму Бахрамовым повезло сыграть свадьбу в родном городе. Символичный праздник, День семьи, любви и верности. Мне хотелось именно этот день. Свадьба была назначена практически за год, то есть мы ждали очень долго регистрацию нашего брака, но именно я выбирала, наверное, больше. А муж просто согласился? Он просто меня поддержал. Это как бы символ счастья, семьи. Символ верности. Надежды будущего. Согласна? Муром – место, ставшее свидетелем великой христианской любви благоверных святых Петра и Февронии. Каждые влюбленные сейчас мечтают о такой большой и чистой. 8 июля, как символ бесконечности, дарит надежду на долгую и счастливую семейную жизнь. Мария Жукова, Илья Облетов. Наши новости.